Литературный вечер «Шторма и рифмы», посвященный столетнему юбилею ивановского поэта-фронтовика Алексея Лебедева, состоялся в областной библиотеке для детей и юношества. О судьбе поэта, его творческой биографии рассказала Лариса Счастная. Писательница много лет занимается изучением литературного наследия автора. Практически все стихи Алексея Лебедева посвящены морю и морской тематике. Это преимущественная тема. Это вот я, со мной были такие разговоры, что нельзя говорить, маринист, поэт или не поэт, вот главное. Но на самом деле Лебедев – это действительно поэт одной темы. Это вот как Айвазовский. Вот подходишь, смотришь, вода на полотне, ничего больше, только стихия. Вот Лебедев, он поэт одной темы, но он не просто созерцатель, а он военный моряк. Алексей Лебедев родился в Суздале, а в Иванове он учился. В память об именитом земляке в литературном сквере областного центра установлен бюст. В день рождения поэта 1 августа к монументу возлагали цветы ивановские писатели. Как и тогда, в этот вечер прозвучали стихи Алексея Лебедева. Их прочитали постоянные посетители детско-юношеской библиотеки. Шумит над Кронштадтом балтийская осень. Созревшие падают в воду каштаны. Булыжник дождями и ветром исхлёстан, а с Норда и Весты летят ураганы. И небо дымится от взрывов прибоя, идущего минной атакой на молы, и дно и коря покидают морское. Писать стихи Алексей Лебедев начал еще в школе. При жизни автора вышли два стихотворных сборника «Кронштадт» и «Лирика моря». После смерти поэта было издано 12 книг. Сейчас готовится еще одна. Лариса Счастная занимается составлением сборника «Избранная». Я ее составляла, писала предисловие, собрала посвящение, лучшее посвящение поэту, а их десятки. Лебедеву посвящение других поэтов. И несколько писем, ну, достаточно большой корпус его писем матери. Потому что он был нежным, любящим сыном, и письма его матери – это что-то особенное, это удивительное что-то. Самый главный вопрос при подготовке сборника заключается в финансировании. Если все сложится, то скоро книга выйдет в свет. Лариса Счастная надеется, что благодаря этому изданию имя поэта не будет предано забвению, и большее число ивановцев сможет познакомиться с творчеством Алексея Лебедева. Любовь Почерникова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.